Бисквит, приготовленный на майонезе, получается воздушным и немного влажным. Именно майонез придает ему еще больше мягкости и нежности. Если вы не против экспериментов, то вам сюда. Делюсь рецептом. Это количество теста рассчитано на форму в диаметре 16-18 см. Из такого бисквита можно приготовить торт или пирожные. Просто разрежьте на коржи и прослоите джемом или кремом. Яйцо 2 штуки. Сахар 100 грамм. Мука 5 столовые ложек. Манная крупа 3 столовые ложки. Майонез 100 грамм. Сода 1/4 чайных ложки, погасить уксусом. Ванилин 1-2 щепоток. Количество порций 3-4. Яйца соедините с сахаром. Взбейте их до бела. Введите в тесто майонез, манку, соду и муку. Готовое тесто вылейте в форму для выпечки и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 30-40. Готовый бисквит остудите и используйте по назначению.